Ну вот я приехал на Рыжцковский пруд. Вот тут еще вода стоит даже. Глина сырая. Вот. А посмотрим, что тут у нас происходит. Вон там еще даже вон снег видно лежит. В низине. Вербочки вовсю цветут. Красивенькие. Ну вот. Так выглядит дамба весной. Так-то красивый пруд, конечно. Широкий. Посмотрим, что тут происходит. Вот все, что мы забивали. Вон колышки. Вот. Вон он тот промыв. Самый крупный. Видно, что бежит там. Бачка тут, видимо, убирали, делали. Оставили все. Ничего не помогло. Все их мешки утянуло. Вода бежит вовсю. Вон там видно, что промыло хорошо так. Сколько обрушило сразу берега. То ли они копали, то ли промыло это так. Ну, тут вообще доски висят. Сейчас спущусь пониже и посмотрим более точно, что там происходит внизу. Вообще все висит. Корни кругом торчат. Все промыло, почти все. На сквозя там все вымыло. Вон они, мешки валяются. Ничего это не помогло. Правильно Игнать мне говорил, надо здесь поле вбивать и затрамбовывать, тогда будет нормально. Печальная картина, конечно. Печальная. Доски вообще убрали. Все бежит. Все наши труды разрушились. Можно сказать так. Вот тут видно, что шел пожар, говорят, где-то опять какой-то фермер поджег на поле солому, и вот что выжгло все. Но, слава богу, дальше не пошло, тут остановилось, вода, видимо, была. Все. Даже можно чуть туда повыше подняться, сейчас посмотреть. Там большое пространство выгорело. Наши доски не взялись, они у нас же отработка просмоленная. Запросто, если бы загорелись, то сгорели бы вот. Зачем поджигают? Человек спокойно пошел, лег спать. Все его не беспокоит. Беда, беда.
Человек, не боящийся Господа, он ни на что не смотрит. Ему удобно было. Даже непонятно, какое он тут, где что поле поджигал, но выгорела именно эта часть, а не сами поля. Интересно даже. И он даже вон там вдалеке видно, вон где шел огонь. Видимо, здесь огонь ему не смог идти, он по пулю. Пошел именно по длинной траве. Все понятно. Там вдалеке наш лагерь. Ветер сильный, плохо слышно будет сейчас.